красном углу отдыхает Бахтияр Максимов, Швеция. Боксер 1996 года рождения. Боксом занимается один год. Провел один бой, в котором победил. Тренируется под руководством Юрия Демидьева. В синем углу отдыхает Вадим Бородавка, боксерский клуб «Олимп Мардукали». Боксеру 15 лет, боксом занимается полгода. У Вадима это первый бой. Тренируется под руководством Евгения Головача, Андрея Малахова и Ивана Шумякова. Thank you.
данном бою со счетом судейских записок 2-1 победу одержал Бахтияр Максимов, Швеция. Награждение боксеров проводит тренер боксерского клуба «Олимп Мардукалев» Андрей Малахов.